Первый бой для Рамазана Султанова на первенстве Нижегородской области по боксу оказался трудным, так как саровчанину попался опытный и сильный соперник. Второй бой прошел для юного боксера уже более легко, и Рамазан переиграл противника. В прошлом году саровчанин был победителем на областных соревнованиях. И в этот раз спортсмену удалось вырваться в лидеры. Рамазан Султанов занял первое место в весовой категории 42 килограмма. Главное участие, а на втором месте уже победа, я так думаю. Я занимался и хочу передать благодарность моему тренеру, потому что он меня готовил к этим соревнованиям. Я хочу сейчас выиграть КФО и потом поехать на Россию. Александр Карасев провел 4 боя и в каждом одержал победу. По мнению спортсмена, соперники попались достойные и давали отпор. Первые 2 боя для Александра были втягивающими, так как это первые состязания в новом году. К тому же боксер столкнулся и с другими трудностями. У меня колени болят, вот. Из-за этого я там не тренировался долгое время. И этот турнир в этом году вообще первый, и в том году первый был. Вот. Поэтому первые 2 боя были втягивающие, потому что тянулся, третий, четвертый, нормально, все хорошо прошло. Но несмотря на препятствия, саровчанин показал на ринге все, на что способен. Александр Карасев взял золото в весовой категории 57 килограмм. Кроме того, Александра отметили специальным призом как лучшего бойца турнира. Саров на первенстве Нижегородской области в Дзержинске представлял еще один боксер – Кирилл Рожков. Он занял 3-е место в весовой категории 63 килограмма. По результатам соревнований двое саровчанина – Рамазан Султанов и Александр Карасев – вошли в состав сборной Нижегородской области. Они будут вызываться на сборы. Наверное, это будет город Бор. И дальше они будут выезжать, младшие возраста выезжать будут в Самару 9-12 мая. А старшие юноши, они будут выезжать у нас 19 по 25 город Ижевск. Сейчас ребята интенсивно готовятся к соревновательному сезону и новым боксерским турнирам. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.